Всем привет! У меня в руках ударный гайковерт Makita TW0200. Это профессиональный инструмент с солидным крутящим моментом до 200 ньютонометров. За счет высокого усилия затяжки справляется с крупным крепежом диаметром М10 и М16. Эту модель широко используют при авторемонте, шиномонтаже и сборке металлоконструкций. Двигатель потребляет 380 Вт. Скорость плавно регулируется от 0 до 2200 оборотов в минуту. Корпус компактный, всего 25 см в длину. Это удобно при работе в стесненном пространстве. Еще один плюс – простой доступ к угольным щеткам. Вес гайковерта чуть больше 2 кг. Поставляется в пластиковом кейсе. И ни в коем случае не забывайте, что мы рекомендуем только качественную технику.